Он в коте потом пошел бить босса. Там сразу кинулась на Мелизону, та самая блевотина зеленая. Он разморозил сразу всех одновременно. Пошел потом в РД-зону, разморозил. Все, там больше ничего не морозить не надо было. Да нет, там нормально всегда код сделал. Там все четко было, Оптик, ничего не то самое, не говори. Все, вообще на пол. А лапка была. У нас еще демона нету, что ли, что я не могу? Есть, есть, есть демон. Кубов. Кубов. Хрипатый. Так, куб демон. А то у него... Да, кубик надо демон, все, запускаю. Сколько до перифаза там осталось? 20% у человека, да? Да, могли лучше пройти, да, где-то плюс-минус так было. Так, когда, блядь, появляется червяк огненный, он на месте стоит, держите, пожалуйста, рейндж. Кастер, особенно вас касается. ДК, ты 4 свое даешь на экстренном случае, на, когда вот плюется, там, Миризон, допустим, кинется эта херня. Даешь на Т4. Рогери бафа дайте. 10 секунд пол. 5, 4, 3, 2, 1. Вопрос на тебе обделка сразу и пошел его слизняка. Ну, этого черепа. Он появится сразу же в девайсе. Бомба в мелизоне, аккуратно. По правой стороне. Обжог, посмотри, естественно. Потом и крылья каждый раз ставится. Я зацекал. По воде, да, быстренько дать это самое. Ну, можно сноуборда до выхода змеи бить? Еще раз что? Больше по сноуборду набираете эти? Класки не сбрасываются. Сбрасывается все. Если не убьют, вначале нужно убить, а иначе не сбрасывается, да, править будет. Еще пока рано, бейте пока босса, на 8% выключится снабот. Нужно сильно. Чем больше снабот, попинается снабот. Боб, ДК забери. Боб, блядь. Блядь, я посидел. Ладно. Следовало? Да, я, блядь, навелся на Бьерна и дал по себе почему. 5, 4, 3. Так, наглое рожа по команде. Зубы по этому. Наглое рожа. Зубы по наглое рожа. Рожа ави. Уходи. Что, живой? Так, а где зона, где размораживаю? Прохилов для зоны сейчас прилетит. Прохил убьёт. Я сейчас разморожу, попадет. Блядь, да... Забрал. Карл, не знаю, беги ко мне, блядь, печеньки. Попробуйте разморозить сейчас. Войд, звездочка твоя, на пуф тебя. Стой пока на месте, потом отойдешь к стеночке. Скидывай стеги. Че, кара пропал, у него дебаф. Ренжу кастера взяли?
брызги пошли. Все, разморозите, пожалуйста, возле большого человека, Кару, быстрее. Крестик, вот крестик тебе. Крипаты, подойди, пожалуйста, к человеку моему. Архитик. Все, милики, идите в другую же. Пошли, пошли, милики. Печеньки, подойдите, любой человек, блядь, разморозьте Кару. Кубоп, разморозь. Да где он? Блядь? Я забрал, все, нахуй. Я же сказал, в чуваке моем. Все, не дергай ее, не дергай. Ты Машем. Где Войт? Так, Лакрима Дрища, наглая Сузу, идеальная Хрипатова. БР раздать. КД. Ближайшие две минуты. Хорошо, у всех КД. По плакату, уже аккуратно Мелизона вложу. Верно поднять. Пожалуйста. Смотри, Войт заморожен, будешь ловить, Сань. Блядь, где ты его ловишь? Он по противоположной комнате? Да-да-да. Войда, поднимите. По... Да он сейчас забирает уже 2 секунды. Дайте ману. На пол дом сделаешь мне, нет? Войт, сразу забирай его. А, Войт забрал. Кубок, уходите. А, 40% все, можно падать. Палец. Ой. Они как-то прям странно лагают. Почему нас сейчас огненная двоих убила? Потому что никто и не таунтил. Да, там сразу да. Вылезла, никто и... Она сразу вылезла. Я пошел Войда размораживать. Я думал, она, блядь, будет ползти. Так сказали же, то, что Войда 2 секунды. Войд разморозился. Ну, как Рёв вышел, Войт уже разморозился. Войт пошел забирать босса. Я в него на пол босса отдал. Тебе забрать эту штуку нужно. Так, встали, побежали. Ну, почему мы не видим, что с рейдом происходит? Ну, я вот вижу. Дайте Рёв. Токсин, нагоднику. Там, когда зеленую я танчу, она кидает в меня токсин. Я знаю, что тот с огнем может сразу начать двигаться ко мне. Ну и с огнем, смотри, с огнем в основном я. Подожди, ты когда танчишь соло цель зеленую, да, у тебя будет висеть эта хуйня. Зеленый дебаф. А еще раз скидывается по рейду, блять, эти самые огненные штуки. Вот эти огненные штуки должны, блядь, прийти разморозить. Так, давайте отчему пул. Там Фей, био один отошел. Так, дрищ. Тут Никит. Релогаюсь. Ага. Плюс еще у нас два, блядь, ну сколько там, три ДДшера отлетело сразу сходу, блядь. И эти самые, как его... Свои прожимки, блин, маги там, вот Локи, маги паладины на первой... Как только появился слизень, если у вас кидается зеленая хуйня, не прожимайте, вас разморозит. Кидайте уже на особый случай, когда уже там вторая, ну, когда они уже второй раз выползят. Дрич зашел, дрич попав, на все хватает. А что на пол? Фейп. МП5 тут киньте, пожалуйста. Сейчас запускаю. Добро пожаловать, герой. Что, не психуйте, сейчас захуярим просто. Серебряного авангарда и без колебаний откликнитесь. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
лакрем избейте. Альфи, прямо сейчас Берни вылазил. Умерла на пробах кулак Эсси, мне кажется. Так, забираю. Боб уводит, блядь. Так, Боб уводит. Разозон может заморочить. Если баф еще висит. Стой. Рожа, подними Роксика. Идеальная под бичу. Там сейчас будет раздать. Так, я забираю та, которая стоит. Да. Отошли на пол, да? Все, так я забираю, когда двигается сейчас. Поверни его к стеночке. Все жопой станется. Т4 заряжена у тебя? Нет. Заряжает. Куда ты ее сдал, блядь? Ёбаный в рот, блядь. Разбежались милики. Милики отошли. Разошлись пока милики. Смотрим, сейчас будет его. А, норм. Все норм. Налево бейте него. Все, бейте. Все норм. Бейте. Налево него. Сюда пусть в другую же бегут. Милики, да. Давайте в красную. Разморозьте сразу. Сейчас разморожу, у меня любовь висит. Череп на Майда поставил. Не разморожу. На меня плюнул, нормально. Все, ребята, идеальный трай, спокойно. Сейчас отведи его только от лужи. Декат, хватай. Не подходите. Хватай. А, вот иди немножко от лужи. Напугайте меня хотя бы. С подрожи выше. Что за подрожи выше. Не надо. Лужа, милики. Качу к стеночке. Смотрите, где печенька делаю рожу. Это, сука, блять, бужу нахуй. Дохнуть, блядь. Сейчас задует. Вырнул от рейдинса. Похил Бьерна. Нечем дефнуться, нечем дефнуться, хилин. Двое заберешь рева. Мики, немножко правее станется. Может, достанем для вас. Смотрим, куда там. Бьем этого рева, блядь, сначала. Все, вышла эта хуйня. Добили быстрее. Добили. Сейчас фридом готовьтесь давать. Уже. Отлично. Блять, кассер лежу, возьмите не дошло. Сейчас у вас будет, сука. Добили. Все, добили мы вас. Нейвер аспект. Сразу. От череп. Дамажим. Все бегайте аккуратно. Прошли босса, ДПС хватит, даже со смертями. Как все просто сдохли, бегаем, блядь, аккуратно. Лужу откинул. Да.
Ой, блядь. Ну как тебе фильм? Давай. Она далеко стоит, не томим, мы далеко. Пизду, подайся. Да бля, жопа, пиздец нахуй просто. Мы что, 3 недели, блядь, играем, вы механики босса не знаете, что, блядь, не отлететь в лужу, ну какого хуя? А из-за чего сейчас умерли, что-то не понял, народ. Да в лужу откинуло людей просто. Да, блядь, червь надо давать, откинул, ну, червь откинул всех в лужу, меня он откинул в рёв, а рёв откинул меня в лужу. Этот, когда вы начинаете третью фазу, вы прям можете плотно под босса становиться уже, когда убирает рев, чтобы череп, чтобы люди могли вам дать фридом. А там, блядь, понимаешь, сука, и моб зарылся, блядь, и появился, сука, опять же, уже свои да, лужи. Короче, да, смотри, Дон, я когда буду хватать, либо войд, блядь, мы этого пиздюка подальше лужи ведем просто. Ну реально, нахуй, уже лужи спамится, его не бить невозможно, блядь, счет кинет опять. Просто подальше ведем и все. Туда просто больше на пулу надо было давать, чтобы не сорвать. Я хуй его знаю, что по-другому. Допустим, вот здесь вот лужа появилась, где я прыгаю, да? Вот, я его отвел вот сюда примерно. Вот, лужа начинает расти. Он зарылся и примерно появился вот здесь вот рядышком. Все, он появился, и вы все в ужас, грубо говоря, стоите дамажите от мегазона. Ну это же хуйня по факту. Мы-то от дыхания умерли все. Ну они умерли. Нет. Вы сдохли от лужи. А что ты фейдлюнул? Это я его кикнул. С замены плюс один кто-нибудь. Что ты его кикнул? Написал он меня. А ковараги есть? Бей дуата. Давай дуат. Попуши сумку, шкафчик, кстати. Кота бы лучше взяли. Бля, меня возьмите. У тебя план. Крипатый, дай мне трейд на Роксика. Я тебе дам намазаться. Все, не надо уже больше. Есть, нашел. Все хорошо. Я просто думаю, у меня одна осталась. Мы СС-ы раздавали? Нет, давай сейчас похила лучше раздать. Фласки заканчиваются. Перепейся. Я уже крепил давно. Да уже и помазали, если фласки выпьем все. У меня 2 минуты еще. Ну помазаться. Всем привет. Здорово. Ты просто скажи, кто будет давать цвета на кого? По СС. Привет. Кару по Криме, Куба по идеальному, Курокава по оптику, Тенку по неутомимой. Дуат, чего не хватает? Дуат. Бриш, по кому еще раз? Я не помню уже. Надо было слушать. Серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить задание, войдут в ряды Серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды
был призван Кормак Процающий Бивень. Бой, герои! 5, 4, 3, 2, 1. У нас Кокс есть, кстати? Конечно. ГДКшка. А, всё, здесь. На идеальном снобе. Идеальненький, подойди сюда, не вызову. Стой, короче. Угу. Не, лучше заберешь, я сам. Вот, спасибо. Сюда пока, блядь, стойки себе не пойду. Скажи, я заберу. Рано забираешь, подожди. Там у тебя. Она ложе быстро то самое. Как да? Все. Уходи. Уходи, зачем, бля? Уходи. Так ты не забрал. Я не забрал тебя опять. Да, там уже еще, сука. Великий, немножко, если что, проверить ставимся. Ты знаешь, что сделать? Ты просто стой подальше. Может, зон пошел, размораживал. Кто разморозить? Боже. Сейчас я разморожу. Вот заморозки, что ли? Угу. Блять. На пульте ты двигай еще. Пизду падать. Сразу дай. Так, а че у нас, блять, этот упал? Вупро. Вупро. Парализующие брызги. Почему так больно домашний? Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почти память павших героев минуты молчания. Кушайте рыбу быстрее. Хули лежите, блядь? Стали, побежали. Идеально, Карло. Брюс, отыкните, Карло. Алло, ты тут? Кару. Ничего не писал в чате? Нет.
Иди хавай рыбу быстрее. Бафать его, я запускаю босса. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Ну, если спали, то все. Направиться в цитадель лидера. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! 5, 4, 3, 2, 1. Альфи Бертен куплю сейчас. Уводу боб. Я говорю, уже сами подальше немножко, я сейчас я беру, набью его, если там очень просто. 5, 4, 3, 2. Че я там вообще? Боб по... Ой, Боб, сами, все это понял, короче. Добра, уходи. Иди бей босса. Герой там дали, все. Не утоми, а готов давать гимна, хп, я скажу когда. Что так, сука, дамажит, блядь, ты пиздец. Ты сразу кинул бомбу. Может, дашь БР по Сузи? Идеальный полок он. Похил мне зону. Дай гимна хп. Четыре раза плюнул. Да что за хуйня? Че он так плюет, блядь? Он две одновременно плюет. Пиздец, блядь. Все били заморожены. Да нет уже размороженных, блядь, нечем размораживаться. Падайте, нахуй. Сука, хуйня ты ебаная, блядь. Как она вообще работает, блядь? Я вообще не понимаю, нахуй. Перекур в 10 часов будет. Просто два плюшка одновременно летит в одно место. Бесплатно. Как яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минуты молчания. Ну, на сафре бы у меня закончилось.
Что же здесь у нас меньше миликов, да? В смысле меньше миликов? Да дело не в миликах. Дело в том, что босс ебанутый. Он просто, блядь, 4 раза нахуй плюнул. Это, блядь, и плюнул еще тогда, когда уже дебаф закончился. Одна секунда оставалась, он еще раз плюнул, блядь. Я, блядь, это у тебя... Это у тебя второй дебаф зарезистился? Нет. Первый поймал наглую рожу. Второй дебаф я поймал. Он зарылился нахуй, у меня оставалось это 2-3 секунды, и он, сука, еще в конец плюнул. 5 раз плюнул. 5. Первый раз он сразу 2 плюс, 2 плюска прям прилетел. Про разных червей. Нет, именно зеленые плюски прилетели. Я про зеленые имею в виду. Он прям прежде чем как зарылся, еще раз плюнул, блядь, когда у меня оставалось дебаф. Ну вот, я же говорил, что 2 раза. Дебаф красный огненный, он кидает 2 раза. Первый раз он кидает на наглую, как вот и должно быть, второй раз кидает на меня. Он взрывается, и я уже в этот момент бегу, уже размораживаю людей. И в этот момент у меня остался просто там, пару секунд времени, там 2 секунды. Я же говорил, просто он не физически не успел. Так, блядь, ебаный, то ли рандом, то хуй его знает, блядь. Уже реально гореть начинаю, нахуй. Все знают, что рандомно все специально сделано. Кулак кинете, нет? Нихуя, блядь, на 4 на стык это проще было. С учетом того, что по ДПС почти одно и то же было. Как сейчас мы проходим, у нас оставалось еще вот вторая чемпионат, блядь, и у нас выходил рев. То самое и тут, блядь. Ну такого жопы такой не было. Что, блядь, сюда. 10 секунд были. В трупы, блядь, врезается и всякая хуйня, блядь. 4, 3, 2, 1. По 10 плевков нахуй подряд, блядь. Да, сейчас кастер на максимальный рейндж держите, пожалуйста, сейчас это перед тем, как эти купить червяков. Мало ли опять сука, блин, 2 раза подряд. Пизда будет. Танча. Зубы помню. Че раз, танча? Держи пока его. Пока вахта появится. Тащи, пока лужа не появится. Сейчас заберу. Все, выходи. Ладно, за танцу, но ничего кроме не набил нормально. Разморачивай РД-зону. У меня тебя повесился, в общем, поздно. Вчера он повесился, кстати.
Вот, 2 секунды, сука, осталось, блядь. Лакриму, идеальный Лакриму БР. Давай, Степа. А, блядь, просто пиздец нахуй, блядь. Нагло, подними идеального. И падай. Давайте еще раз сделаем. Еще один трай перекур. Вот, его. Блять, как шоты приходят, я не понимаю просто нахуй. Там плюнул в РТД зону, ты стоял возле них и убил Оптикса и его Крима. И ты их огнем убил. Ну как бы там из этого пишет он так. Ты посмотри, рукава. Я видел, что ты типа... Я как раз пошел их размораживать. Ну понятно, типа, поэтому они и умерли. Как бы, ну, не размораживать их не вариант, просто типа там все в один момент прилетело. Их убил токсин. Два тика. Полторы секунды. Смотрим информацию с Лакрима. Парализующие брызги, 17 тысяч нахуй, что, блядь? Тотем на натуре визи ставьте, либо, блядь, ставьте это самое, хан, включите листочек на этих вот ебучих, блядь, червяков, чтобы висел, блядь, натуре визи хотя бы небольшой. Их токсин убил, я их даже не добил, кстати. И тупо плевком захерачу. Можешь посмотреть по детейлсу, показывает инфа. Наверное, поставишь листочек тогда, окей? Хорошо. Давай, поехали. Я запустил. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания... А массакр у нас сколько? Одна только выпала? Да, у нас одна массакра. У нас есть гимн, блядь, гимн я не знаю, когда давать, наверное, когда уже начинают плевать зеленую первую, либо вторую, я думаю, когда ее оставить. А ты Т4 свое давай на огненный обязательно, огненный тоже опасный очень. Все, иди забирай. 4, 3, 2, 1. Мелизон, аккуратненько. Ну, блять, ёб твою мать, нахуй. Бро, какого хуя ты в огне, сука, где я стоишь и ебошишь? Ну, ёб твою мать, блять. Минус 2 тела. Минус 3. Падайся, нахуй, пистолет. Лужи, лужи, садись. Секунды нахуй ебаных ужах стоять нахуй. Шо один, шо второй, блядь. Да, го перекур. Ну, надо расслабиться. А мы, блядь, так дерьмово, блядь, пойдем на самом деле. Ну, как бы, извините за выражение, что пиздец по перекуру еще. Стала какая-то, хуй знает. Что не трай, то трагедия, блядь. Да Этернал, это то понятно, там уже, блядь, уже никого нету. А. Уже перекур, да?
Да, давайте, давайте, отойдем. Пойду за тортиком схожу. Пойду за пивом. Правильно. Я выйду, что фласка не тихо. Слышишь, Дон, ты тут? Дон Трандут. Понял. Ну, вроде водички попил. Как дела? Заткнись нахуй. Да. Что такое, блядь? Что за агрессия? Все заебись, Гудлик, я уже вискарика налил. Принимаем на присутствие. Неутомимая. Гигаснип. Ранее. Я 30 секунд, 2, ты будет готов. В афнутое заходим. Дед бич, тенко, дрищ, армбизер. Дон, ты тут? Да-да, здесь. На присутствие на пол. Дрищ, дедбич. А можно еду поставить? Сейчас он придет поставить. Как быстро закончилось. Я ж конфетку не съел. Я уже подошел, сейчас секунду. Ой. Все, это здесь. Да где этот бич? Дрич, дед бич, ФК. Да их нет, они в офлайне вообще. Я вижу. Захожу. А, Никитос. Дед бич. Че ты Дон-то слабо дамажишь? На присутствие. Донт, Рок, еще вижу, есть два тут. Донт.
Драник, Драйнер, Курукава. Так сказать, где-то туда, а тут? Визу шоу. Все, все тут. Рыбу можно? Да, присутствую. Дон, ты тут? Да курицы пошли, ты быстро это. В смысле быстро? 4 минуты прошло. Он думал, блядь, полчаса дать времени на отдых. Так не сказали, сколько перерыв, вот не пошли. Ну, блин, 4 минуты, я успел покурить. Я успел чайник поставить, его кофе набрать и прийти сюда назад. Ну, а 2 ФК пока, Драйнер и Донт. Что-то Донт криво стреляет, по-моему. Луки, поставьте шкаф. Луки, шкаф поставьте. Кто бухает? У нас только вупро алкоголика, все. А, Хрипаты, ты что-то пытаешься донести на Арго? Ты можешь за упокой его выпить? Тогда пройдем. Но остальные же убили даже. Кто? Остальные же убили, даже 50 на 50 сделали. Мы еще убиваем вообще, да? Аплу. Ну да, значит, не так делаем, а что хуй знает. Да у нас сейчас проблема вообще не с уроном. У нас урона шопой живут, хватает. Так, еды нету, ведь. Рыба есть? Дон, поставь рыбу. Влад, все, хавайте рыбу, я запускаю босса пока. Вроде бы все тут. Добро пожаловать, герой. Вы услышали призыв серебряного авангарда. Ласточки, припейте, пожалуйста. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Карнес, придурок. На Карнес там сидит, да? Шило на мыло поменял, блядь. Что там, Корнес вайпается на первом боссе? Ага. Да. Блядь, я хочу контент. Давайте... Дайте мне контент. Давайте убьем, чтобы ему обидно стало. Я басыв его. Я басыв его труп. Все, ладно. Корнеса? Убьем, блядь, нахуя. Нахуй, блядь, нуба оскорблять. Унижайте себя, ребят. Все, играем. На воде наполняйте. Кто это самое, блядь, заливает ОЕшкой так интересно магия? Не я. Суза, ты нормальный вообще, блядь? Блядь, в две цели нахуй кастовать всю эту хуйню. Бурю, блядь. Логика, блядь. Может, он под боссом стоит? В смысле под боссом? Под боссом он сам. Чтобы школу не сбили, типа. А он не фрост? Ну, аркану. Херосно.
Так, а смысл, если школу не сбили, просто стопнуть каст? Блять. Нет, так Смопольд, может, сбивает. Что тут, перестаньте будить, алё. Забирай будет. Бопа бьёрнул. Нагло, я скажу, когда забрать. Я сейчас нормальный трикан наберу, чтобы он точно сорвался. Он, блядь, на мелькой может сорваться. 5, 4, 3, 2, 1. Забирай. Тяни, 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 не стой, иди еще потяни, еще чуть потяни, чтобы его уже было. Зубы там, да, есть. Забрал. Ну, куда ты перетанчиваешь? Ну, Рожа, беги, что ты стоишь? Беги, 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 беги. Он на мне висит. Так как он... Сейчас поэтому не разворачиваю. Он на меня висит, он просто тебя таргет бережет. Иди, Брит, иди размораживай зону быстрее. Он на меня смотрит, просто меня бьет, а на тебя смотрит. Прикол будет, сейчас он если враганет, Брит, Брит. Не, ну, вроде бы нормально, он меня рыгнул. Так, плюнул на кого? Меня плюнул, я блоком поймал. Все, забрал. Дедбич еще у ворот, если есть возможность разморозить. Разморожу. Давай его из серии. Не внимание, ты кого бьешь? Кислотную. РДД рейндж держим? Что не так? Тихо. Бейте пока. РДД свич на 8 лики добивают. Да, РДД, РДД в красную. Альфи, БРПВ, бро. Так, звёнку жми. Сука, паханая, блядь. Она здесь вылезет. Забери её, блядь, нахуй. Ведь нет рейда. Идеально, подними. Не а лужа, сейчас как лужа появится, сразу веди ее подальше от лужи. Направо. Подальше. РДД рейндж. Уводи влево, в свою сторону влево уводи. Под рожу вышли, я сейчас буду ловить босса. Еще отведи, бля, чтобы потом она не появилась там возле лужи. Зеленку тыкни, если что. Ману нет, ими залить. Давайте до 25% ставьте. Сейчас босс появится. Все норм, вообще касаться хорошо сыграли. Исполин кастаник именно ману. Забрал босса. Дует. Ближе к центру, держитесь. Все. Готовьте два с фридом. Готов. Не флудите, бля, фридом готовьте. Кто? Дели быстрее есть, лизня. Где там? Фридом есть. Добили, сейчас босса еще подведу. Блять. Забери, вот, босса, забери. Вот. Добили быстрее. Чешу эту ебаную. А череп отошли все. Быстрее. Сейчас ебнет нахуй. Блять. Забери босса. Так, у кого Бэр остался? Можно убить. Бэр. У Лакримы должен быть. Альфи, Бэр по Бьерну быстрее. Зачем, Саш, на тебя-то Бэр? Тут врежется. Вара рыбафнуть. Да твою мать нахуй, блядь, сука! Так, стоп, все спокойно выдохнули. Все ДД живые. Сейчас смотрим на меточку и просто от нее отбегаем. Кучей встали. Смотрим на ком череп. Аспект есть. Эльбизер, отошли все от черепа. Побежали. Петов нахуй своих убирается тоже. Не больше, мы прожимки дали все. Для павших Геру дать. Если есть. Драйнер, потом даже Геру. Давайте, жмите. Фласки прожмите. Фласки уже на следующий топот прожмите. Ближе к боссу. Фридом есть. Ближе к боссу.
Тихо, убили фунт, блядь. Все, все нормально, стоим. Снаряд. Не надо ничего говорить. Заткнулись нахуй, блядь, все. По черепу отошли. Блядь, я зажились. Ты лагаешь. От Неверлайна отошли все. От черепа, отбежали. Я сейчас заруинит нахуй. Все, прожимки дали, фласки прожали. Зелье. Так, есть будет у тебя это самое стерея? Уже. Я понял, хорошо. Freedom есть. Сбежали, сбежались поближе в кучу стоим, чтобы всем было проще. Аспект есть. Все, это последняя, ребята, попытка ваша убить его. От черепа, от зоркого отошли все. Уходим от черепа. Тотаймы убери, блядь. Эть, есть. Давайте, ебошься. Прожимки дали все свои, откаты там дали. Максимальный ШДПС дали. Все, ребята, это последняя стация будет. Должны успеть. А, Локи, СС есть, отдайте по... почему, блядь, нахуй? Ебаное ёбство, блядь, конченое просто, блядь. Да, одно врезание проебали, и все. Он, по-моему, во всех врезался, блядь. Еще. Не, сейчас он откинул всех, а тогда там, ну да, вот одного человека врезался. Сорян, у меня пролаг просто был. Ты, кстати, блядь, под червяка не думай давать, блядь, аспект свой нахуй. Потому что из аспекта, блядь, человека застопнуло, и он не успел выбежать. Его въебало. Скорее всего, так было. Это не мой, там люди отбежали, кстати. Это не, за не отбежали, там, там человек в аспекте замедленно бежал, выбежал. По-моему. Там, блядь, либо то ли Void был...